Меня зовут Лиза Бондарь. И это блог о моей жизни, о жизни редакции программы «Однажды утром» и программы «Субботнее утро» на 100 ТВ. В город пришла весна, и вас порадую. Прогнозы синоптиков долгосрочные и сплошь хорошие. Нам действительно обещают хорошую погоду всю эту неделю и даже выходные. А выходных в субботу будет общегородской субботник, суббота 27 апреля, и программа «Субботнее утро» на 100 ТВ, конечно, не может пройти мимо такой важной даты, мы тоже будем устраивать свой субботник в прямом эфире. Мы будем находиться на Троицкой площади, если я ничего не путаю, называется она так. У нас съезде с Троицкого моста на Петроградской стороне, там где стоит часовня в этом сквере. И будем там убираться, встречать гостей, сажать цветочки, в общем, всячески проводить субботник так, как должен его проводить. Поэтому, если у вас есть тоже желание потрудиться в субботу, приходите просто к нам в прямой эфир. Это будет суббота, 27 апреля, еще раз говорю, с 9 до 11 утра. Мы будем вас там ждать, дадим вам грабли, перчатки, и вместе с нами ключом к ключу потрудитесь над чистотой родного города. Такой краткий блог, потому что весна, и новостей не очень много, просто довольно хорошее настроение, потому что лед с Невы ушел, она синяя. Почки на деревьях уже есть, скоро будет совсем весна и лето, а значит, все у нас всех будет хорошо. Так что я желаю вам хорошее настроение и хорошей рабочей недели. Пока! Сейчас. Ну что сказать-то? Сейчас. Угу.